Я приветствую вас. Будьте особенно внимательны ближайшие 22-23 минуты. На самом деле, вам стоит посмотреть этот выпуск до конца, потому что у меня есть нечто особенное, что я хочу показать вам в завершении этого выпуска. Сегодняшний выпуск называется «6 сезонов в жизни христианской овцы». Будьте внимательны. Я считаю, что это одно из самых важных и практичных учений. Я знаю, что все вы хотите слышать пророческие обновления и послания, проповеди о последних временах, но вы должны услышать это, потому что это ваша жизнь, это то, где вы находитесь сейчас, это важно. Много лет назад мы поехали в Израиль. Как я уже сказал, это было много лет тому назад. Мы приехали на поле возле Вифлеема. Я начал снимать передачу, и когда я начал снимать, мы покажем вам этот фрагмент, то внезапно все овцы начали собираться за мной. Я даже не представлял, что они за мной. А женщина, которая следила за овцами, позже подошла ко мне и хотела, чтобы я дал ей денег, потому что ее овец сняли для передачи. Мы сказали ей, что снимаем телепередачу, и мы дали ей немного денег, чтобы у нее было чем накормить семью. Мы поступили правильно. Я хочу начать вот с чего. Иисус говорит в Матфея 10:16. «Вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби». Змеи для древних людей были символом мудрости. Это очень интересно. Просты или безвредны, как голуби. У голубей нет злости. Я не хочу перечислять вам все 7 вещей, которые присущи как голубям, так и Духу Святому. Они избегают опасности, не имеют дела со злом. И так мудры, как змеи, и просты, как голуби. Давид написал 22-й псалом. Это один из самых известных псалмов в Библии. Мы знаем, что Давид был воином в подростковые годы и когда ему было по 20. Мы знаем, что с 30 до 40 и даже 50 он стал поклонником Бога. Мы читаем множество псалмов, в которых он поклоняется Богу, поет и хвалит Бога. И мы также знаем, как говорит Писание, что он был мудрецом с 50 до 67 лет. Конечно, он совершил несколько поступков, которые нельзя назвать мудрыми, но все кроме этого он делал с мудростью. Вот что я хочу сказать вам. Верующие, когда я говорю верующие, то имею в виду христиан. Они сравниваются с овцами, а Иисус наш пастырь. И я покажу вам 6 сезонов жизни овцы. Оставайтесь со мной. Вы сможете сказать себе, вот где я. Или вы скажете, теперь понятно. Итак, первый сезон в жизни овцы — это сезон привычки. Овцы — существа привычек. Им не нравится менять привычные дела. Я только на это могу подготовить целую проповедь о святых, которым исполнилось 50. Это известный неврологический факт. Мы используем либо одну часть мозга, либо переключаемся на другую часть мозга. И когда нам исполняется 50, мы либо перенастраиваемся на будущее и начинаем снова мечтать, либо начинаем жить воспоминаниями. Вот почему люди постарше, которым уже за 50, не старые, а постарше, кому за 50, любят старые песни, потому что они несут с собой воспоминания. Чем старше становится человек, тем больше он следует привычкам. Иногда овцы объедают все поле, и на нем ничего не остается. И тогда они начинают делать рытвину, которая с каждым разом становится все больше и больше. Эти рытвины начинают влиять на их пастбище или церковь. Вот что происходит. Овцы любят рутину. Они любят, чтобы все начиналось с молитвы, затем 3 песни, приношения, свидетельства, проповедь и по домам. И когда ты нарушаешь эту рутину, некоторые из них очень расстраиваются. Я хочу показать вам ту рытвину, в которой вы оказались. Когда вы приезжаете в церковь, то хотите припарковаться на том же месте, вы хотите сесть на то же место, вы хотите услышать свои любимые песни, вы хотите уйти в то же время, вам не нравится, когда служение задерживается, потому что у вас есть свои планы, и вы даже молитесь на одном и том же месте. Да, овцы, разве это не так? Итак, что является противоядием против сезона рытвин и привычек? И ответ на это прост. Вам нужны, чтобы овцы шли на новые места. святым нужны новые места, новое видение, новые идеи, новые мечты, чтобы они не застревали в рытвине рутины. И я знаю, что я сам люблю проповедовать в одних церквях. Я человек рутины. Мне это нравится, потому что я знаю пастора, знаю людей, и люди знают меня. Но я также знаю, что должен посещать новые места. Второй сезон в жизни овцы, вам это понравится, это сезон чесотки. Сначала у нас привычки, а потом чесотка. Летом можно часто увидеть, как овцы бодаются. Вот что происходит. Когда они делают это, у них образуются коросты. И если пастух не разберется с ними, то у них на голове будет инфекция. Овца может передать эту коросту другим овцам в стаде, если пастух не разберется с этой коростой. Вы могли видеть это среди старейшин в церкви, лидеров. Иногда это можно увидеть и среди женщин. Они начинают бодаться с другими людьми. Они говорят, у меня есть идея. Никогда не спрашивайте людей, в какой цвет покрасить церковь. Разберитесь сами и покрасьте. Или какого цвета ковер взять. Просто пойдите и купите сами, ведь в противном случае вас ждет столько споров и разногласий, что вы пожалеете об этом. Это лишь простой пример. Итак, что нужно сделать для того, чтобы овцы не бодались друг с другом и не распространяли дезинформацию или плохую информацию, конфликты в теле Христовом? И вот вам ответ. Вам нужно противоядие, особенная емкость, в которую вы можете окунуть голову овцы и остановить инфекцию. А что Библия говорит о нашем разуме? Мы должны постоянно обновлять свой ум омовением воды Слова. Разве это не интересно? Мы думаем, почему они говорят об омовении водой Слова? Если вы овца, и у вас проблемы с боданием, с коростой на голове, духовная инфекция, то вас нужно окунуть в емкость. Конечно, это может быть водное крещение, но вас нужно окунуть в емкость, чтобы остановить инфекцию на голове через омовение водой Слова. Есть третий сезон в жизни овцы. Только послушайте, это сезон мух. Летом на Ближнем Востоке много мух. Если вы никогда не были в Иерихоне, то не были в городе мух. Я никогда в своей жизни не видел столько мух в Израиле, как в Иерихоне. Даже там, где крестили Иисуса. Я не знаю почему. Там жарко. Часто в этих маленьких селах мусор оставляют на улице, и это привлекает мух. У них есть множество разных видов мух, которые могут заразить овцу. Вот что происходит. Муха садится на нос овцы и откладывает яйца на носовой мембране. Со временем из этих яиц начинают вылупляться личинки, и это приводит к тому, что на голове овцы появляется раздражение. Если у овцы возникает раздражение в носу, или если муха отложила яйца на голове, то они начинают биться головой о камень, или тереться о землю, или дерево. Это может нанести вред овце, которая пытается избавиться от личинок. Другие овцы могут начать бегать и мотать головой, чтобы попытаться избавиться от мух. Внимательный пастух, который знает об этом, должен разобраться с этой проблемой. Мухи представляют возбудителей. Если вы были на пикнике, то муха — раздражитель. Она садится на вашу еду. По какой-то причине, когда мне наносят грим в Израиле, эти мухи начинают садиться мне на лоб. Я не использую одеколон, который мог бы привлекать их, но я знаю, каково это. Они раздражители. В жизни овцы, христианина, бывают сезоны раздражения. Это сезоны, когда что-то снаружи, какое-то семя. Мы говорим об образе личинки мухи, которая проникает в нас и начинает приносить раздражение, неприятные мысли, ухудшение. Вот что интересно. Как вам избавиться от личинок мух? На Ближнем Востоке для этого использовали смесь из оливкового масла, серы и смолы. Они смешивали все это и втирали в голову, в то место, на которое садились мухи, или на нос. Эта смесь из оливкового масла, серы и смолы отгоняет мух. И тогда они не садятся и не откладывают яйца на носу или на голове. Это важно, потому что я хочу рассказать вам, что это представляет. Оливковое масло или елей в Библии может представлять помазание Духа Святого. Когда в Ветхом Завете елей выливали на голову царя, на него снисходило помазание. Или когда елей выливали на голову пророка. Безусловно, были особые смеси масел, которые использовались для помазания священников, как мы читаем в Исходе. Мы читаем о ладане и мире, а также о других приятно пахнущих вещах, которые смешивались с елеем. И когда человека помазывали, то от него исходил чудесный аромат. Не забывайте, что помазывали священников, царей, пророков. Самуил помазал Давида елеем. В Библии есть множество подобных примеров. Елей разрушает иго, как сказано в Исаии 10:27. А иго — это то, что враг использует, чтобы надавить на вас, связать вас, загрузить вас, расстроить вас. Помазание должно быть. Я имею в виду елей. И хоть вы не видите помазание как таковое, сходящее на вас, вы должны просить Духа Святого помазать вас. Давид сказал: «Умастил елеем голову мою». Это Псалом 22. Давид говорит: «Господь, пастырь мой». Господь Иисус приносит вам помазание Духа Святого. Господь Иисус приносит помазание и силу. И то помазание, что сходит на вас, обновляет ваш разум. Ваш разум должен обновиться от яиц мух, которые оказались на вашей голове. Интересно, что в Библии сатану также называют Веельзевулом. Это имя главного демона. Если внимательно изучить этот вопрос, то мы увидим, что есть два истолкования значения этого имени. Одни говорят, что оно означает «господин навозной кучи», а другие говорят, что оно означает «господин мух». Мухи представляют духовное раздражение, а помазание Духа Святого разбирается с вашими духовными раздражениями. Есть еще один сезон в жизни овцы, и он называется «сезон столкновений». Я могу долго проповедовать об этом. Осенью бараны, овцы мужского пола, начинают проявлять свое доминирование среди других. Они пытаются привлечь внимание самок и начинают биться рогами с другими баранами. Если вы никогда не видели этого, то обычно бараны бьются головами, пока соперник не потеряет сознание или не получит травму. Что это означает в жизни овцы христианина? Вот что это означает. Иногда старшие лидеры, мы уважаем старейшин, вы не должны укорять старейшину, как говорит Новый Завет, но бывают моменты. Мой отец долгие годы был пастором, и мы видели такое время от времени. Они начинали биться рогами с другими членами совета или старейшинами. Обычно это было связано с музыкой, которую играли в церкви. Кто-то хотел, чтобы все читали из песенников, другие хотели, чтобы слова показывали на экране, третьи хотели южный госпел, а четвертые хотели современную музыку. Это было реальное столкновение рогами между старейшинами. Они бодались рогами и бились головами. Это и есть сезон столкновений. Вот как это называлось. Или им не нравилось, что тратили деньги на строительство. Они хотели потратить их на что-то другое. Они хотели определенный цвет краски, какой-то конкретный ковер. Люди — это люди. Они начинают биться лбами. Иногда все это возникает из-за зависти. Когда есть зависть, то есть и другие злые дела. Некоторые работники хотели бы занять место пастора, другие хотели бы получить здание и заниматься в нем своим служением. Такое происходит регулярно в мире. Но какое противоядие есть против того, когда старые бараны начинают биться лбами, чтобы привлечь внимание или сбросить кого-то с позиции лидера? Смазка. Нужно смазывать рога баранов. И если они будут биться ими, то будут просто соскальзывать. Вы удивитесь тому, на что способно помазание Духа Святого. Мы снова возвращаемся к оливковому маслу, елею. Я сказал о смазке. Елей может быть очень скользким, но вы также должны понимать, что он представляет силу и помазание Духа Святого. Суть в том, что нам нужно помазание и сила Духа Святого, чтобы разобраться с такими ситуациями. Вот где находятся некоторые из вас сейчас. 5-й сезон — это сезон уныния. В Псалмах Давид 8 раз говорит: «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я еще буду славить Его, Спасителя моего и Бога моего». Это Псалом 41:12, и вы видите его на экране. Вот что происходит. Овцы начинают ложиться на землю, в ложбинке. Они теряют равновесие. Иногда они переворачиваются на спину и не могут подняться. Они буквально не могут подняться. И когда они лежат на спине и не могут подняться, в их мочевом пузыре начинают возникать газы. Они начинают расширять его, и это может перекрыть кровоток в ногах. В таком случае овца начинает паниковать, потому что она лежит на спине и не может подняться. Она не может встать на ноги, она может умереть. Давид говорит об этом ужасном времени, которое он сам пережил. Он говорит, что оказался в ужасной яме, а потом Господь поднял его и поставил на камни, чтобы установить его путь. Давид говорит о том, что он был в яме, был угнетен. «Что унываешь, душа моя?» И тут снова пастух должен... Не забывайте, что когда мы говорим о пастухе в христианское общение, то имеем в виду лидеров, персонал или пастора церкви. Главный пастух — Иисус, но есть пастухи, подчиненные Ему. Пастух должен взять эту овцу и начать растирать ей ноги, чтобы она снова двигалась. Это не значит, что ваш пастор придет и начнет растирать ваши ноги, чтобы вы снова пошли. Но это значит, что он должен перевернуть этого человека. Он упал на спину. Он в унынии. Он лежит неподвижно. Уныние может привести к духу безнадежности. Он должен помочь этой овце собраться. Это происходит на служениях, во время проповеди слова. Они должны помочь им разобраться с депрессией, дать им слово, поднять их дух, помочь им подняться, ободрить их, помочь им перевернуться, подняться с кресла уныния и встать. Вот что нужно сделать для того, чтобы пройти сезон уныния. Вот еще один сезон в жизни овцы. Это очень важно. Простите, я вернусь к своим записям. Из-за чего человек оказывается в унынии? Во-первых, овцы хотят, чтобы им было комфортно. Они ложатся на мягкое место. Второе, у овцы может быть слишком много шерсти. Избыток шерсти представляет старую природу. Она должна быть срезана, чтобы им стало легче. Они должны избавиться от старой природы. Часто овцы бывают слишком толстыми, это правда. А когда они становятся толстыми, то становятся ленивыми. Пастух должен сказать им: мы не останемся на этой равнине, мы не будем зацикливаться на комфорте, мы будем двигаться, идти вперед. Мы должны двигаться, планировать. Не нужно проводить одни и те же служения вновь и вновь. Запланируйте что-то новое, проводите евангелизацию, достигайте людей, делайте что-то, в чем могут участвовать овцы. Когда вы убираете шерсть, обстригая овец, вы убираете грязь, навоз, клещей и прочий мусор, который прилипает к ним. Вы должны помочь этим овцам избавиться от того, что прилипло к ним в мире духа и мешает им. Иногда для того, чтобы дисциплинировать их, вам нужно, чтобы они попастились. Проводите времена поста. У вас должны быть моменты, когда они воспитывают свою плоть. Это важно. В Еремии 5:6 сказано: «Народ мой был, как погибшие овцы. Пастыри их совратили их с пути, разогнали по горам. Скитались они с горы на холм, забыли ложе свое». И последнее. Это последний сезон, который мы успеем рассмотреть. Это сезон бурь. Мое послание называется «Шесть сезонов в жизни овцы». И это последний сезон. Бури очень опасны. Бури бывают с дождем, молнией, градом и снегом. Любая плохая погода пугает их. Много лет назад в Новой Зеландии была следующая ситуация. Началась гроза с молнией и испугала овец. Они запаниковали и побежали в сторону обрыва. Они все упали с него и погибли. Но была одна овца, которая побежала в другую сторону. Она выжила, да? Но вот в чем дело с бурями, через которые проходят люди. Особенно маленькие овцы или агнцы. Есть агнцы, а есть овцы постарше. Маленьким овцам нужны отношения. Они испытывают острую связь со своим поколением. Моя дочь до того, как пережила настоящую встречу с Господом, ходила в церковь, потому что хотела встретиться с подругами. Она очень ценила отношения. Если у моей дочери есть подруга, то она не хочет идти на кофе с ней одной. Она соберет еще 5, чтобы пойти на кофе. Ей нужно быть рядом с людьми. Буду откровенен. Я полная ее противоположность. Я одиночка. Я провожу множество часов один в своем офисе. Я могу пойти домой, сесть на стул, выпить кофе, сделать пару заметок, написать что-то или посмотреть что-то. Я всегда был таким, не знаю почему. Некоторые говорят, что это аутизм, но мне всегда было хорошо одному. Но вам нужны отношения с людьми. Вам нужно общение, друзья. Церковь должна быть вместе. Овцам нужно стадо и хороший пастух. Не забывайте, что овца, отделенная от церкви, оставившая церковь, может быть съедена волками и львами, и змеями. Вам нужно оставаться в стаде. Вам нужно найти хорошую церковь с хорошим пастором. Мы призываем вас приходить к нам по вторникам в Международный центр Омегана на наши служения. Там проповедует доктор Катшоу, я проповедую там время от времени, мы приглашаем гостей. Найдите общину верующих. Я вернусь к вам через минуту. Я хочу приветствовать каждого из вас во имя Господа нашего Иисуса Христа. Он жив, и мы благодарны за то, что знаем Его как Господа и Спасителя. И я хочу поблагодарить вас за то, что вы смотрите передачу «Фестиваль Манны» сегодня. Вы сможете связаться с нами через интернет, зайдя на сайт perrystone.org. Мы хотим получать от вас всевозможные известия. Позвольте мне также сказать вам, что времена сейчас очень трудные, и Библия предсказала, что они будут таковыми. Мы живем во времена, которые Библия называет последними. Они еще называются «последние дни». И вот что это значит. Многое произойдет во исполнение библейских пророчеств. А библейские пророчества — это то, что Бог показал пророкам. Некоторые из пророчеств были провозглашены 2, 3, 3,5 тысячи лет назад. Они говорят о том, что будет перед пришествием Мессии. А Мессия — это никто иной, как Иисус Христос. Он вернется снова. И я не хочу, чтобы вы теряли надежду. Ведь если вы истинный верующий во Христа, если вы молитесь Иисусу Христу и всем сердцем любите Его, значит, когда Он вернется, вы будете с Ним. А в будущем, согласно Библии, мы будем править со Христом на земле в течение 1000 лет в Его Царстве. А править Он будет из Иерусалима. Если вы никогда не принимали Иисуса Христа в свое сердце, не каялись в своих грехах, не следовали за Ним согласно Писанию, то прошу вас, сделайте это. Просто откройте свое сердце, откройте уста и попросите Иисуса войти в вашу жизнь, простить вам грехи и помочь вам следовать за Ним. Во времена кризиса только Иисус Христос может дать истинный мир. Ведь если мы живем, то живем для Христа, а если умрем, то будем с Ним в раю на небесах. Спасибо за ваше время, и пусть Бог благословит каждого в последующие дни. Следите за ходом моих мыслей. Если Иисус не жив, то христианская религия абсолютно напрасна. Но если Иисус жив, то Он воскрес из мертвых через 3 дня, то Он — настоящий Мессия, о котором говорят пророки и Моисей. А если Он Мессия и говорит об этом? Павел написал об этом в послании к евреям. Иисус умер и пролил свою кровь в качестве финальной жертвы за человечество. Он взял на себя все грехи мира. Это означает, что мы с вами находимся под смертной карой из-за греха Адама. Но когда мы обращаемся к Христу, Он через свою кровь очищает нас от этих грехов, убирает эти грехи и записывает наше имя. Вы видите книги за мной, в книгу жизни Агнца на небе. Вот что представляют эти книги, эти свитки. Вот она, книга жизни. И когда ваше имя оказывается в книге жизни, в книге вечной жизни, то это гарантирует вам доступ на небеса после смерти. Когда ваш дух и ваша душа покидает ваш ваше тело. Ваше имя должно быть записано в книге жизни. И вот почему я хочу вернуться. Никто не заменил Христа. Откуда нам это известно? Откуда нам известно, что Иисус жив? Фома увидел шрамы на теле и воскликнул: «Господь мой и Бог мой». Два человека по дороге в Эмаус увидели, как он исчез у них на глазах после того, как Иисус объяснил им, что написано в Торе и пророках о нем. Затем ученики увидели его, 11 учеников. Иуда совершил самоубийство. 11 учеников увидели его в комнате, когда он явился им со закрытыми дверями и окнами. Затем более 500 человек увидели его, когда он вознесся на небо в Деяниях 1. Есть множество свидетелей, и я хочу привести вам еще один пример. Есть очевидец, который может доказать вам, что Иисус воскрес из мертвых. Он был там. Он вошел в гроб. Он обнял тело, которое было покрыто кровью и обмотано льном. Внезапно оживляющая сила сошла на тело Христа. Он прошел через лен и внезапно ожил. Он облечется в одежду, потому что чуть позже Мария увидела его, и он был похож на садовника. У него было 4 льняные одежды. Откуда я знаю это? Потому что в день искупления, когда первосвященник заходил в святое святых раз в год, он одевал 4 льняные одежды. Христос, как сказано в Евреям, сказал Марии: «Не прикасайся ко мне, потому что я еще не вознесся к Отцу». Почему он говорит об этом? Он собирается вознестись на небо, принести кровь в святое место небес, освятить небеса. И теперь, когда мы умираем, то не отправляемся в нижние части земли, как это было в Ветхом Завете. Мы отправляемся к Господу в рай. 2 Коринфянам 12. Вот что я хочу показать вам. Это очень важно. Если Иисус воскрес из мертвых, Он Спаситель мира и Мессия. Вы должны просить Его простить ваши грехи и даровать вам жизнь вечную, потому что ради этого Он и пришел. Он не просто пророк. Да, Он может быть пророком, потому что Он пророчествовал. Он не был просто хорошим человеком. Он был хорошим человеком, безгрешным человеком, но он был и есть Сын Бога Живого, как сказано в Писании. И он грядет вновь, и вы должны быть готовы к этому. Здравствуйте, с вами Перри Стоун, учитель и ведущий передачи «Фестиваль Манны». Я знаю, что многие смотрят нашу программу на канале GNC. Друзья, я хочу сказать вам, что мы молимся о всех вас. У нас есть много партнеров, которые молятся за вас. И еще хочу сказать вам, Евангелие проповедуется по всему миру, а это означает, что Иисус Христос вскоре придет. Мы читаем об этом в Евангелии от Матфея, 24 главе, 14 стихе. Через нашу телепрограмму я объясняю вам библейские пророчества последних времен, о возвращении Христа. Даю вам учение о небе, о будущем, о том хорошем, что Бог приготовил для всех нас. Я хочу наставить вас в вере, научить вас силе Духа Святого. Вы узнаете много интересного, если будете смотреть фестиваль Манны. Мы молимся о том, чтобы Бог был с вами и хранил вас. Надеюсь, вы будете всегда следовать за Ним.